Обосрались от страха? Давайте я вам запилю сегодня обзорчик на мой велик. Смотрите. Вот такой вот у меня велик. Марка Трек. Вот такой вот логотип у этой марки. Трек. Видите? Погуглите дома. Трек. Модель называется Осло. Такой вот городского типа велик. Это никакой не горный, не спортивный. Обычный велик городского типа. Может, он пляжный? Нет, пляжные это эти самые, как они, я забыл, как называются. Крусер, да, вот это пляжные. А у них... не крусер? Это не крусер. Вот этот велик напоминает немного крусер. Особенно, когда я сиденье вот это вот подопустил. И руль такой, он напоминает крусер. Ну, тоже можете погуглить, что такое крусер. Они популярны на пляжах в Америке особенно. Эти крусеры, у них такие широкие колеса. По песочной местности более-менее нормально ехать. Более-менее. Но на горном, конечно, еще лучше. Но там пляжный велик. Ну, короче, погуглите, посмотрите, что такое крусер. Короче, поехали мой велик рассматривать. Смотрите, какие ручки. Видали? Какая изработка. Кожа, ниточки, детали всякие хромовые, руль хромовый, звоночек из нержавейки. Хромовый? Так по-русски называется? Я не знаю, как по-русски. Я говорю, что попало. Хром же это то, что... Тихо. Вот. Я не знаю. Три скорости у этого велика. Вот так вот переключается. Раз, два, три. Видите? Для городского велика достаточно. Характерная черта этого велика, у него огромный багажник впереди, видите? Просто огромный. Ну, этот багажник можно снять, если кому не нравится. И на голову одеть. Вот Юлька подсказывает, снять багажник и на голову одеть. Вот. Покрышки, видите, коричневые. Но они такие, не тонкие, не толстые. Что-то среднее между обычным великом и крусером. Замок вот так вот вешается здесь. На такую фьючу здесь. Седло тоже кожаное. Давайте детали посмотрим тоже, видите? Обработка какая. Там еще имеются пружины. Ты уверен, что это кожа? Ну, может, заменитель, но все равно более-менее нормально. Я туда пернул, а ты нюхаешь. Вот. Цепь защищена. Защита, видите, вот такая идет. Чтобы штанины не попадали. Ну, у меня не попадает, потому что я, как всегда, в своих этих самых... В блунстонах, видите? Вот они. Мои блунстон сапожки. А Юлька сегодня в чем, как это называется? Мокасины. Мокасины? Вот. Ну, что еще рассказать? А, имеется также лампа впереди, которая работает от батарейки. Никакой динамо-машины здесь нет. Вот она, видите? Светит таким голубым светом. Ну вот. Еще есть обычный замок, вот здесь вот он, обычный замок. Все наелось? Такая вот у меня Лакост финтифлюшка на нем, на ключах, не на нем, а на ключах. Вот. Ну и ко всему этому мы еще купили вот такую телегу, на которой возим Кимку. Сейчас скажут, что Кимка должна уже сама ходить. Ну, она сама ходит, в принципе. Вот. Они в тележках разъезжают. Ну, телега, естественно, там присоединить. Ее можно отсоединить как угодно. Багажник этот можно снять. Седло, видите, у меня как низкая посадка. Мне нравится вот так вот ездить по городу с низкой посадкой. Конечно, на большие расстояния с низкой посадкой такой, на большие расстояния с низкой посадкой ездить хреново. То есть надо поднимать. Но я на большие расстояния никогда не езжу, только на маленькие. Там сколько там, 3 километра, 4 максимум я езжу. Больше мне некуда ездить, как бы. Вот, поэтому я езжу с низкой посадочкой.
Вообще этот велик мне напоминает... Советский Союз. Нет, мне напоминает он какой-то времен Второй мировой войны, такой немецкий мотоцикл. Не знаю почему, наверное, из-за этого седла. Кстати, один подписчик отписался от меня, потому что я за немцев и за фашизм. Я не знаю, с чего он это взял, но он отписался от меня, он мне написал конкретное сообщение, что я отписываюсь от говна, потому что он нацист. Ну вы извините, если я вам показал немецкую форму, и мой велик похож на немецкий мотоцикл. Вы уж извините меня, чуваки. Расскажи, какой хороший фильм мы вчера смотрели. Как он назывался? Матч. Как... в Киеве. Как русские футболисты времен СССР. В 1942 году. Выиграли у немецких футболистов. А их потом немцы порешили. Вот так вот. Такой патриотический фильм. Юльке очень понравился. А мне показалось, что этот фильм... Ну уж больно наигран такой. Больно наигран. А ты дурак просто. Вот. Ну ладно. Ладно, чуваки. Всем говна, добра и позитива.